Экипаж 3-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» нес службу в городском округе Пушкинский. Старшие лейтенанты полиции Вячеслав Четверов и Сергей Трубавин дежурили на Ярославском шоссе, когда к ним обратился водитель легкового автомобиля с просьбой доставить в роддом его сестру, у которой по дороге начались роды. Мужчина переживал, что потеряет время в пробках. Автоинспекторы оперативно приняли решение и, включив проблесковые маячки, сопроводили автомобиль с роженицей до медучреждения. В составе наряда дорожно-патрульной службы я осуществлял контроль за безопасностью дорожного движения на участке автодороги М8-Холмогоры, согласно служебного задания. Около 17 часов на 41-м километре патрулируемого участка в районе Пушкинского городского округа к нам обратился водитель с просьбой доставить в медицинское учреждение его сестру, у которой в автомобиле началась родовая деятельность. Также гражданин пояснил, что из-за образовавшегося транспортного затора боится вовремя не доставить беременную женщину до роддома. Сообщив о поступившей информации в дежурную часть, мы приняли решение сопроводить автомобиль с роженицей до больницы.